Добрый день, друзья! Сегодня у нас 1 июня 2022 года. Город Воронеж. И мы начинаем нашу прогулку сегодняшнюю от улицы Степана Разина. Май попрощался с нами сильным ливнем. Вечером вчера прошел дождик, очень даже приличный. Сегодня с утра тоже было пасмурно, но дождика пока нет. Тепло, уже за 20 перевалило градусов плюс. Но мы сворачиваем на улицу Пролетарская. Маленькая тихая улица. Какой интересный дом. Красивое деревцо. Сирень цветает. Немножко свернем мы на улицу Цурюпы, выйдем на смотровую площадку, посмотрим на левый берег. Вот такие виды открываются отсюда. Жаль, что здание загораживает вид на Чернавский мост.
улица Цюрюпы. А мы вернулись на улицу Пролетарскую. Ну какая липа. Вот подошли мы к окончанию улицы Пролетарская. Впереди Акатов монастырь. Вот улица Пролетарская выходит на улицу Достоевского. Лесенка. Улица Достоевского. Красивый балкончик. Дворовые инсталляции. Вот и выходим мы на набережную Масалитиного. Пройдем немножко по набережной и свернем в очередной переулок. Белая акация расцветает. Какая башня! Это монастырь Алексеева Акатов. Булыжная мостовая. Улица Крестьянская. В монастырь мы сегодня не пойдем. К концу июня розы расцветут. И надо будет посетить. И мы свернем вот на эту улицу. Не помню ее название, сейчас посмотрим.
Странно, эта улица Пролетарская продолжается. Я думал, она на Достоевском закончилась, а она еще продолжается. Пересекаем улицу Батуринскую. Будем двигаться по Пролетарской. Здания самые разнообразные. Есть и старые, есть совсем новые. Есть красивые, есть не очень. Хороший дворик. Да и домик неплохой. Вот и местный житель встречает нас. Заброшенный дом. Пересекаем мы улицу Дурова. Продолжаем двигаться по Пролетарской. Раритетная колонка. Красивые ирисы. Опускаемся в очередной овраг. Какие красивые васильки. Да сколько их много. Вот и старенький-старенький домик. Можно сказать, реликвия. В этой части что-то нежилое, а здесь вроде бы трудно сказать, жилой он или не жилой. Выходим мы на очередной перекресток и пересекаем улицу Коммунаров. Продолжаем движение по улице Пролетарская. Даже не подозревал, что она такая длинная. Thank you.
очередная лесенка из оврага. Смоленская улица. Мы продолжаем движение по Пролетарской. Красивый, простенько, но красиво. Заборчик, да и дом сам неплохо смотрится. Вот очередной особняк. Пересекаем улицу Рабочий городок, тоже старинный дом, но это вот пристройка свеженькая. Ну, вот мы и подошли, к началу улицы Пролетарская. Пролетарская 1. И вот вышли мы на улицу Демократии. Красивый домик с балкончиком. Их здесь только строений не увидишь. Что-то по виду очень старое здание. Да, старенький домик. Очень даже старый. Попали мы в Солдатский переулок. Улица Демократии, видно, закончилась. Мы прогуляемся по Солдатскому переулку. Вот
еще старинный дом, но, судя по всему, не жилой. Вот вышли мы на улицу Сакка-Иванцетти. Уже вот рушится прекрасное здание. Вот здесь, на улице Сакка-Иванцетти, мы нашу сегодняшнюю прогулку завершаем. Прогулялись мы по улице Пролетарской и захватили чуть-чуть улицу Демократии. Подписывайтесь на канал, пишите отзывы, ставьте оценки. До скорых встреч! Улица Сакка-Иванцетти.